Здравствуйте! В эфире это Агил ТВ, экспресс-новости. Я, Алла Кузнецова, готова рассказать о событиях понедельника коротко. Тагил готовится к лыжне России. В мэрии сегодня состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к массовым стартам. Они пройдут 10 февраля на 4 площадках. Главная из них – территория ЗАФОК Президентский. Сейчас там идет накатка лыжни. На всех площадках запланирована культурная программа и будет организовано горячее питание. Глава города Сергей Носов проинспектировал, как организовано питание в школах. Этот вопрос стоит на первоочередном контроле в мэрии. Сегодня глава города побывал в политехнической гимназии. По сообщению региональной энергетической комиссии, там были зафиксированы нарушения в столовой. По данным РЭК, размер наценки на покупные товары составил от 20% до 187%, вместо разрешенных 20%. Также была завышена стоимость на товары собственного производства. В школе номер 138 отметили день рождения автомобиля. Совместная акция с сотрудниками госавтоинспекции и МЧС. Юные тагильчане вышли на улицы города с лозунгом «Береги автомобиль» и рассказали автолюбителям, как нужно заботиться о своем железном коне, чтобы с ним ничего не произошло. По данным ГИБДД, в последнее время в городе участились случаи самовозгорания автомобилей. Такова была информационная картина к этому часу. Больше новостей на нашем сайте tagil-tv.ru. Подробно о событиях уходящего дня расскажем в итоговом выпуске в 20:30. Оставайтесь на Тагил ТВ.